Всем доброго утра, друзья. Посмотрите, сколько висит опять огурцов. Посмотрите, что. Посмотрите. Вон что. Вон что. Посмотрите. Во. Посмотрите, сколько огурцов. Помидоры собрала. Помидоры, конечно, нынче меньше урожай. Ну вот. Вот собрала опять. Все цветет. Посмотрите, сколько кабачков еще. У меня там дома лежит, сколько снято. Посмотрите, я еще сейчас пойду туда, в тот конец. У меня еще там и кабачки, и огурцы. Все, никак не могла показать лук. Я уже перевезла. Посмотрите, какой лук. Перевожу потихоньку. Тяжело, потому что домой. Также помидоры. Все, перевожу, переделываю. Вот здесь стоит. Сейчас я вам покажу кабачки. Посмотрите, я прикрыла, чтобы вот надо увозить, что-то делать. Это ладно, еще девчонки у меня брали. Я тут увозила, терла. Вот гнездо. Вот одно гнездо картошки я выкопала. Посмотрите. Ну что, за одним маленечко покажу. Вот мой оранжевый флоксик начал цвести. Красавец. Конечно, все уже отцветает. Все не все, но отцветает. Вот. Сейчас пойду огурцы собирать. Там у меня еще... Ой, друзья. Ну, посмотрите, бархатцы и агерату. Вообще красиво. Красиво здесь получилось. Мне очень нравится. Очень нравится. Так, а что у меня здесь? Вот все надо обрезать. Астра шикарная. Астра кустовая, циния. Прелесть. Прелесть, прелесть. Прелесть. Вот розочка по-новому начала цвести. Смотрите, смотрите, сколько еще бутонов. Вон сколько бутонов она будет цвести. До самых заморозков. Вот моя красавица. Здесь вот такая вербенка. Ромашка цветет. Так. Лапчатка желтая цветет. Монарда. Вот тоже поздний флоксик. Красивый. Ой, такой красавец. Вообще мне нравится. Ну, дербенник отцветает, конечно. Посмотрите. Один куст. Я не вру. А смотрите, что у меня как клематис цветет. Ой, ты мой хороший. Первый год, малюсенький. Этот, конечно, я не вижу. Нет, а вон, смотрите, вроде как что-то он у меня набирает, что ли. Или что? Что-то как вроде повял. Сейчас полью. Вот такой вот кустяра. Вот этот подмерзал у меня, но отошел. А вот эти, посмотрите. Ну, астру, конечно, я не такую покупала здесь, совсем другая. Ну, ладно. И вот видите, циния где. Я не думала, что они такие разрастутся. Не думала, конечно. Алису... Скобиоска. Вообще красавица. Очень красивая. Очень красивая. Вот. Ну что, будем собирать огурчики. Я вчера только, дедушка мне позавчера привозил. Я вчера отдыхала, делала огурцы. Вот такой тоже соберем. Вот такой вот. Сделаем ведь совсем маленькие. Сейчас в пакет сразу сложу. Так, ну клубничка здесь, что-то не пойму,
были ягодки, но здесь осталась совсем мелочь. Вон. Сейчас сходим посмотрим. Ну-ка. Ну что, друзья, вот, смотрите. Вот. О, смотрите. Вот она. Вот она. Ремонтантная. Вот она. О, сколько надо собрать. Вот второй раз, пожалуйста. Ну, разве не приятно? Сейчас возьму кружечку ребеночку. Она вот такая даже сладкая. Ну, эту оставлю, конечно. Опа. Ой. Сейчас возьму кружку. Ну, разве не приятно? Сегодня у нас 14 августа. Конечно, приятно. Так. Сейчас здесь посмотрим. Ну, это пусть еще покраснеет. Просто я сейчас опять на работу выйду. Она может и сгнить. Дедушка у меня не будет собирать. Но это пусть сидит. Пусть сидит. Это пусть сидит. А вон она, смотрите. Вот. Ой. Ой, сорвала как. Ну ладно, что теперь? Вот эту я сорву. Вот эту сорву. Она вкусная. Сладкая-присладкая. Ремонтантная, потому что. Вон сколько. Сейчас подкормить надо. Ой, конечно, с работой тяжело. Все вместе. Тяжело. Ну вот. Ребеночку, внуку. Очень даже приятно.